Всем привет! Это игра Mortal Kombat 1. Продолжаю проходить режим вторжения. Получается, уже четвертый сезон охотница. Вот до конца осталось 39 дней, но когда вы будете смотреть эту запись, уже будет меньше дней. Получается, я вот прошел три локации. Сегодня будем проходить четвертую уже, Храм Огня. И я вот между записями немножко попробовал покачать персонажа здесь вот в воротах с порталами, и когда там в башнях он не особо быстро качается, а в этих вот во вторжениях качается гораздо быстрее, поэтому лучше буду качать во вторжениях. Кстати, там уже вышли вот эти вот все подсказки, и даже есть на русском языке все вот эти карты с подсказками, так что теперь будет разгадывать легче все. Вот у меня получается уже какой сейчас 22 уровень, это моего профиля, основной уровень. А самого Ван Дамма там, по-моему, сейчас вот. Так, сейчас вот посмотрим добивание, потому что у меня открылась там новая бруталка за Ван Дамма. S, J. И удерживать. Ой, наверное, будет жестокая жестокая бурталка. ASJ удерживать Ай во время удара. Блин, вот эта вот гадость мешается. Портал дурацкий. Так. Есть. О, фига себе. Серьезно? Что это такое? А вот этот прикол в том, что он говорит, это не Street Fighter, переводит в субтитрах, что типа это не уличная драка, но на самом деле он говорит, что я думаю, что это не Street Fighter, потому что Ван Дамм-то вначале снимался в Street Fighter, в фильме. Блин. Чуть я не понял, тут была подсказка, что ли, сейчас надо сразу выйти. Или просто бой. Хаос во всей своей красе. А нет, просто обычный бой. Блин, мне прям понравилась эта вот бруталка. С ударом по шарам. Так, ну получается, у Ван Дамма рейтинг, точнее, левел 12, у Сони тоже 12. Как-то получается непонятно, откуда он. А вот здесь продавец стоит. Непонятно, откуда его началось. Блин, дурацкие. Модификаторы. Ты
Даже бруталку нормально не сделаешь. Так, ну у меня тут два ключика есть, не знаю, еще что ли прикупить. Два. Возьму еще два, пускай будут. А то вдруг там будут эти. Сундуки. Brutality. Johnny Cage wins. Да, за бруталочку дают больше, когда там, когда делаешь или фаталити, или бруталити, то дают опыта побольше. Вот и сундук уже закрытый. Синдл, о, талисман. Броня рыцаря тени. Сейчас посмотрим, что он делает. Так, реликвия. На опыт я одел. Чуть не понял, а где же? А вот броня рыцаря тени, что тут дает скорость активации. Короче, просто броня нар какая-то. Так, ладно, сундук открыли. Brutality. Johnny Cage wins. Да, кстати, я не помню, я сказал или не сказал, что это локация Храм Огня. А вон там башенка. За башенку хорошо дают опыта. Надо пройти.
is not a street fight. Brutality. Johnny Cage wins. Flawless victory. Так, у меня там уже накопилось, наверное, после прохождения вот этой локации можно будет пробовать открывать эти алтарь. Да, вот это вообще шикарная бруталка. Жесть. Так, 13 ранга. Джонни Кейдж апнулся. Так, а тут еще какая-то, что ли? А, здесь это. Походу, секретка и портал еще. Сейчас дадут, может быть, что-нибудь интересное. Реликвия. Блин, как всегда вовремя, да? Слишком много реликвий. Так, а что это? Ваши брекеры расходуют здоровье вместо шкалы. Серьезно? Зачем мне такой нужен? Выбрасываем. Надо будет потом посмотреть. Хотя можно и сейчас глянуть. Так. Навсегда увеличивается защита на 2 единицы. Давайте. Так, давайте сразу заюзаем. Навсегда увеличивается сопротивление хаосу на 1. Это получается вот это, что я сейчас прокачиваю там на 1, это все действует только на одного персонажа, которым я юзаю, а на мой профиле облик Рейден. Талисман. Внутренняя титания, да, опять что ли на этих только? Талисман, посмотрим. Что он делает, непонятно, этот талисман. Так, ну вроде все. А, вот. Секрет. Подсказка. Будущее, прошлое. Холодное прикосновение. Так, вроде как это нужно сделать в фаталити... За персонажа Гераса. Сейчас я посмотрю. Да, вот, точно. Будущее и прошлое. Сделать фаталити Гераса. Надеюсь, что нужно сделать открытое фаталити. Сейчас возьму Гераса. Так, пришлось мне, короче, сходить в тренировку фаталити. Там получается, что лучше всего делать на весь экран. Но у меня почему-то не получилось. Вот. Сейчас сделаем. Fight!
странно. Да блин, чего ж ты не дохнешь-то? Так, все, наконец-то. Так, надеюсь, сработало. Да, все, отлично. Сработало. Excellent. Сейчас верну назад Ван Дамма. Johnny Cage. А надо еще качнуть. И глянем, что тут в сундучке. О, прикольно. В погоне за благочестием. Забавный костюм на Люканга. Какая-то реликвия. Что она дает? Ваши брекеры расходы здоровья, брекеры расходы... А, опять эти про брекеры. Выкидываю. Так, ладно, идем дальше к башенке. 4 этажа. За башенку нормально дают, если там не зафейлить. А, ну тут нету тест-юмайта, так что тут нечего фейлить. Такой противный Кенши. Почему он все блочит, а? Good night, Azul. Brutality. Johnny Cage wins. Не понял. Странно. Почему она была в инвизе? Непонятно. Так, теперь несколько соперников. Yeah, bring it!
Johnny Cage wins. Интересно, сколько дал опыта, много? Azul. Brutality. Johnny Cage wins. Ну, как-то не особо много, я думал, больше дадут. Только половинку левела дали. Так, давайте качнем. Soul. Brutality. Johnny Cage wins. Да, классная бруталка. Так, ну ладно, на этом пока что буду заканчивать это видео. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Получается, в этом видео у меня тут в храме огня я отгадал одну секретку, нужно было сделать фаталити за персонажа Гераса. Ну и больше пока что этих тут секреток никаких не было. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Если не хотите пропускать новое видео, можете подписаться на канал. Продолжение следует, и всем пока.